Двигатель 2.0 бензиновый, 150 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 2014 года выпуска. Разборка салона. Разобрали частично салон, вся типа новая, проводка на скрутках. Потолок пока не вытащили. То, что требует замены. Ручка водительская внутренняя, уплотнители кузова все, кроме водительской двери, уплотнители на стекла, нащельники бархотки, поменять болты на М6, ржавые саморезы и грязные саморезы, крышки две на зеркало, элементы подогрева зеркал, под капотом, треснутая пластмасса, нащельники стекол задних дверей, пластмасса в салоне сводит стороны, дверная карта. Также патрубки на ГУР и радиатор, нет заглушек ремней задних безопасности, нет двух задних ремней, все это требует замены на новое. Крышка маслозаливной горловины Rally Art. Шумо-виброизоляция капота, багажника, потолка, дверей. Начали делать электрику. Заказал на 14 100 рублей себе авторегионе. Значок малый 2 штук. 600 рублей. Уплотнители вокруг дверей акула. 4 штук 2850 рублей. Ручка внутренняя дверная левая. 1 штук 600 рублей. Карта дверная передняя левая 1 штук 3000 рублей. Ремень безопасности задний правый. 1 штук 1500 рублей. Защелка ремня безопасности двойная, 1 штук 800 рублей. Боковая облицовка водительская, 1 штук 400 рублей. Обогрев стекол 2 штук 800 рублей. Крышка зеркала левая и правая, 2 штук 600 рублей. Накладка под капотом, 1 штук 1300 рублей. Уплотнители проема двери, 3 штук 2250 рублей. Подсветка ног в авто с пультом и светодиодная RGB лента багажника Sally. Сайлент-блоки, подушка двига, прямоточные глушители, кнопки на руль беспроводного управления магнитолой и телефоном, ангельские глазки, кнопка аварийной сигнализации и LED-пороги акуил.
шумовиброизоляция салона, без потолка и бардачка. Сали пришло. Крюк. Скотч 5 метров термостойкий для тюнинга серебристый. Достался бесплатно, так как должны были прислать золотой. Открыл на Алиспор и вернули деньги. Пришли задние противотуманки от Honda Civic. Будем позже резать бампер и устанавливать. Пришли светодиоды в потолок вместо штатной лампы. 36 светодиодов. С Яката пришли светодиодные накладки на панель приборов и плата плавного розжига. Бирюзовый цвет выбрал, правда, с надписью Chevrolet, но закрасим и заклеим изолентой черной. Светодиоды в панель приборов, несколько штучек из лампы. Замена личинок замков и 4 сайлент блоков передней подвески. Установка светодиодной RGB подсветки днища. Монтаж противотуманок передних, ангельских глазок, подлокотника, аварийки, монтаж резины антискрип за торпедо, шиномонтаж и установка шпилек на передние колеса. Модернизация панели приборов, монтаж светодиодной подсветки панели приборов, ее установка и шумоизоляция, и поиск часиков, платы, отвечающие за отображение бенза и температуры. Пришла новая ручка Шейк, в глазах змейки светодиоды синие, которые отключаются, также в комплекте было много переходников. Пришли рамки для монтажа кнопок приборов на тоннеле ручника. Штатное устройство Suzuki Grand Vitara 3. Получил от официалов с Яката магнитолу 7 дюйм 2 Dintis C2, упаковано четко и доставлено быстро. Штатное устройство Suzuki Grand Vitara 3. 4 ГБ плюс 64 ГБ. Новые диски, новая летняя низкопрофильная резина, новая оригинальная рейка, новые оригинальные подкрылки, новые эмблемы Акуил. Сварили две трубы от прямотоков. Выточили фланец соединения и сделали в 4 местах защиты и гнули листовое железо специально под размеры банок и для жароопасных мест соединения, так как много же стеклопластика по низу, чего стоит ниша запасного колеса, перенос которой мне обернулся далеко не в копеечку. Далее в средние ржавые трубы соединения и все остальное переварим и заменим, но после 100 движка у официалов Mitsubishi, заказа нового паука от Stinger для Aqua и разборки, что там стоит, пламегасители, катализаторы и есть ли и отключены датчики кислорода. Сварили прямо идеально, так же как и сделали чертежи фланца и проект. Установка кнопок Bluetooth в рулевом колесе.
установили кайфовые диски, чтобы визжали киски, резину и внутренние датчики давления шин. Покраска передних суппортов и тормозных дисков и чашек передних стоек. Установлены газовые упоры для открытия багажника и светодиодные повторители на крылья. Установка и подключение LED-логотипов Acuilor в дверные проемы на пороге. Установка, подключение и герметизация логотипов проекции Acuilor на асфальт. Сиденьям точно нужна реанимация, демонтаж чехлов со всех сидений. Изготовили кронштейн крепления декоративной накладки на двигатель BYD и регулировали зазоры водительской двери. Установка светодиодных повторителей, зазеркальный элемент и установка обогрева. Среди кольца в панель приборов Acuilor Chevrolet Lachotti. Установка хромированных ручек салона от Rover 75. Блокирование туннеля и верхних частей элементов обшивки центральной стойки Acuilor. Подключение комбинированной RGB ленты на заднем бампере. Установка лазерной RGB подсветки в водительскую дверь и ее монтаж.